Короче, это M3 Competition, полный привод, 2023 год. Здесь две прошивки, то есть, грубо говоря, там... Ужасно водят. Дорогие друзья, вот, пожалуйста, внимание, да? Министерство внутренних дел. Вася, это кто такие? Как будто в Ассата Корсе, понял? Е-матри четверки был номер, и что? Ты просто с двух педалей по автобану. Друзья, Джан, здравствуйте. Алло. Извиняюсь за небольшую задержку. Мы были в дороге. Короче, вот такая у нас сегодня атмосфера. Вот такая у нас атмосфера сегодня. Здорово, здорово. Кошмар в городе. Этот мандаринчик тоже в городе. В этот бункер без номеров тоже еще один в городе. Но это у нас не местный. Шамчир тоже. Шамчир вот так на таких движениях. Вот она, брат. Очень хорошую камеру настроил, вроде бы. Короче, я заправился больше полбака. И пока ехал, не сжег. Хотя вот эта газ-тормоз по-долбоебски водил, не получилось. Все равно, брат, осталось. Ну нет, я думаю, брат, пару кругов по остановке. Ну, посмотрите. Кошмаром ее не просто так прозвали. Она заслуживает этого. Ну, другого названия я не знаю, пока еще не придумал. Страх или кошмар? Вот сейчас между этим выбрал. Ну, скажешь, кошмар. Nightmare. Именно так, брат. Именно так. Носа тоже подходит. На мой зазор на голове. Все равно, брат, уже никак не убрать зазор. Уже путь один. Ну сейчас что делать? Аспир залили? Пока на лайт прошивки замеримся, брат, чтобы понимание было. Я кайфую с этой машины, если честно. Очень кайфую. Бункер без номеров, движение, вот он. У тебя другой телефон есть? Есть. Да, да, есть. Посадка на М-ке тоже, брат, присутствует. Вот один пальчик лизает максимум. Всем здорово, пацаны. Сегодня у нас замеры будут Самвела машины М4. Ой, блядь, вот тоже нет проебаться. Давай дубль два, похуй, брат. Всем здорово, пацаны. С вами я, Ренатко и Стил. Сегодня, если вы смотрите этот видос, по-любому он будет на ком-то. Подписался на канал, поэтому не видишь прямой эфир. Посмотри, открываю. Вот так заходит, смотри, танк в прямом эфире. Ты пока видос ждешь, а мы уже здесь. Там стали, да? Сейчас вот так по обработкам ушел. Воу, разбей. ДТП, бичок. Пиздит, пиздит, пиздюк. Вот такая М. Сейчас покинь дверь у тебя. На самую правую. М6, М5. А подо мной М5, асфальт 8. У нее бирки цвета носит. Самчир, короче, брат. А, я когда, как радуюсь, когда село. Я твой стойкий рот ебал. Умоляю, шутки меня вот так нахуй. Стэтхамович, я твой развал ебал. Работник луны, слышь, сотый, заление полный. Ренатку, ты занят, мне просто нужен ответ. Диана, не пиши, мы на стриме. 7:45 сколько, пацаны? 7:45, смотри, 7:40. Пацаны, дайте ответ на вот это. Смотри, брат, 7:40. 7:45 умножить, 280, потом умножить, брат, на корень из 35, это. Слушай, брат, на коренные слова. Ехали, походу, да, пока не знаю. А? Энджелы? Чепушилы прогоните со съемочной площадки. Ой, блядь. Реально стальная машина, реально. Кошмар. Она когда сзади вот так подъезжает, ты реально хочешь, ну просто, просто с дороги убежать. Просто не хочется вот находиться на этой дороге, потому что он вот так. Иди, ну отсюда, хлеба. Тихо, я это под съему учусь сделать. Ладно, снимай, не буду мешать. Не буду мешать, правда не буду. Честно, не буду мешать. Это стример. Пацаны, 5 минут эту машину не трогайте. Вас касается. У меня съемная тонировка, видел? Ужасно водят. Дорогие друзья, вот, пожалуйста, внимание. Да? Министерство внутренних дел. Ох, фей хуя. Куда поехал лифом? Брат, он поехал этот, настраивать коробку по пути. Долбоеб? А. Ренго! Я тебя заказал похавать, брат. Я оценил, брат, твое, спасибо. Я просто заебался, это тебе. Идем, расскажи. Давай, идем, я расскажу, что здесь по машине сделали. Короче, это М3. Не позорься, но. Короче, это М3 Competition, полный привод, 2023 год. Кому интересно, какие работы по нему выполнены были. Это настроены две карты через MHD. Познакомься, кто такой Сэм. Можешь вкратце объяснить? Сэм занят пока.
Здесь две прошивки, то есть, грубо говоря, там. Батя мою идею спиздил. Какую? Вот этот хлей. Здесь две прошивки. Ты мой сам брат, брутальный Барселона. Здесь две прошивки. Первая прошивка через телефон регулируется. Первая прошивка 650 сил и 900 момента. То есть, да, кто разбирается, момента такая лайтовая прошивка под любой бензин, вот этот бензин сотый. Ну, по факту он уже давно не сотый, ему там уже реально плохо, поэтому сейчас прошивки чуть мягче делают, чтобы, дабы не навредить данной машине. А мы что, все делаем правильно, все безопасно, потому что машина, во-первых, новая, во-вторых, по-другому А2 перформанс не делает. Дальше. Видим, как относишься. Отлично, брат, к тебе хорошо, к остальным хуево. Вот, дальше сделали вторую карту, 800 сил плюс-минус. Также она будет зависеть от какого качества бензин будет. И 950 момента. Это будет боевая прошивка. Я на ней еще ни разу не ездил. Вот сейчас мы это тестим с Шамчиром и с моими друзьяшками. Вот они приехали меня тоже поддержать. Сейчас будем заливать туда, короче, спирт. Спирт будем сюда. Спирт будем сюда заливать, вот. И вот эту тоже шлюху залил. Типа ебанул бы, знаешь, сейчас селедку под шубой. Ну, через жопу ему можно. Кто не поймает, в рот, то шлюха. Бля, твоя машина поменьшала, блядь. Поменьшала. Метанол, ну фактически тот же метанол. Ренго? Не, метанол другое, спирт другое. Брат. Спирт поднимаешь ты себе октан. А метанол дает охлаждение. Я знаю, брат, этот, дай, ну чуть этот, витом я этот, типа, шарик. Почему такой радостный, брат? Кофта хорошая витом. С чемячами, мне похуй. Резко, брат. Я сейчас какую-то машину, знаешь, военную, с кайфом измерил бы, сколько поедет. Резко, брат, вспомни, сколько мы, как мы сюда ехали, брат. Я заебался, Вась, ты покажи фотку, нахуй, ты ебаная ласточка. Вау, все, пиздец. Что значит? Это сообщеский летатель. Бля, сейчас как у Мурата себе, кажется, мотор сдохнет. Долбоеб, ребят. Контент, ну, брат, похуй. Сейчас хайп, это хайп, брат. Это хайп, бро. Нет, замеров еще не было сейчас. Хорошо, что имя знаете. Наверное, только сначала сними очки, чтобы на ней. Заткнись и ждала. Ты ебаная кобра, на. Шма, стой, стой. Пойдем машину повесим. Сегодня за девочкой можешь поесть, чтобы ты можешь пиздец сколько зарабатывать. Пойдем. Давай. Сколько месяц зарабатываешь? Один 500 тысяч зарабатываешь? Иди нахуй, 500 тысяч зарабатывал, хуй с тобой общался. Ты же пиздец, ты зарабатываешь. Шма, вот видишь, добава, брат. Одному лучше замеряться или да, взять конечно, этого? Параллельно. С Яром или... Не, я не хочу садиться с ним, брат. Ну его нахуй. Почему? Я один с ним сидел. Параллельно что значит на русском? Парковка, не знаешь ты? Параллельно что значит? Парковка, параллепипед. Параллельно что это, я не разбираюсь на русском. Параллельно? Да. Во-во. Нормально, ничего, брат. Замеряешься. Слышишь, поехали? А. Я не поеду с тобой бешено. Почему? Одного пустишь меня? По-братски скажи ему, но я не хочу. Брат, по-братски что есть. Такого? А тебе надо держать, что ли? Да, да, я не да, хочу. Да, только из-за этого, брат. Да, я не хочу. Не, я сейчас, у меня это крепление сейчас поставлю. Я не буду с ним играть, не хочу. Не, без тут не поедешь? Я вот не хочу, очку иди нахуй. А что ты поедешь? Брат, банты у него сейчас переклинит, там 300 поедет. Не, иди нахуй. Не, не поеду 300. Не, я боюсь скорости. Столько не надо, брат. Что ты хочешь? Скажи, я поеду. Вот, посадину, давай его не жалко. А, у него реально мало веса. Слышь, его можно взять? Сколько ты весишь? 35, отстань. Не, пишу, сколько весишь? 65. Повлияет же чуть, брат, в любом случае. На этой машине все повлияет. Я как барон вещь пойдем. Нам сейчас не надо цифры показать. Вот именно. Давай сама проверяем просто. Проверяем просто. Говорю. А, есть все, короче, 0,17 минус с этого веса. На, да. Лев, стой. Да не бойся тебя. 0,2, дай. Стой, подожди. Стой, пойдем. Пойдем. Не матерись, ну, брат. Люди. Откроешь? Открой, ну, машину. Здорово, пацаны, здорово всем. Что, брат? Провод, не видишь? Здорово, здорово. Да. Его не трогай, да? Ну, желательно не выиграть. Кинули, ну, чуть назад подвинуться, чуть-чуть. Сколько по кайфу надо? Ну, да, брат, сколько угодно, у меня вообще здесь это. Да. А сейчас боевая будет, Сэм? Ладно, ну, ему давай тогда. Сэм, сейчас боевая будет? Пока, короче, сейчас пока лайт, но нам нужно лайт затестить вообще в целом, все ли хорошо работает. Ну, брат, ну едет она сильная сейчас. Я сейчас сюда ехал, мне аж страшно было. Мини-стекло нажимать. И там по спидометру 215-220 бросать. Фары что-то там. Да, это же как на жиге, брат, иногда понял, барахлят. Нихт актив. Так, пока пишешь, что спутников надо. А пока не надо. Езжай, тут сейчас поворот поедем потом. Не, здесь пока не надо.
раз посмотришь, кто там где. Сердце стучит. Позже, брат. На сегодня? Конечно, брат, еще. Мне надо просто бак сжечь, понял? Салами, Ренго. Хорошо, блядина. Хорошо, по Ренго, по-по. Ага, в СИЗО везут кого-то. Не. Урдикаци с беди. Ебать, Сешка с Ростова ебашит 300. Куда летим? Летим, братуха, в прекрасную жизнь. Счастливую жизнь? Счастливую, да, забыл слово. Сейчас, Витом, на восьмой едешь и экономишь бензин? Не, я это делаю. Хлек, а сколько тебе надо бензина съесть? Охлаждаю турбину. Все, уже доел почти. На пониженную въеби, пускай она оборотами сама схавает. Она едет. Брат, сколько? 61. Бля, она хорошо. Это еще ты говно не сильно мне дал. Мне надо все-таки в одного замеряться, брат. Поехали на той стороне меня спустя. А. Не-не-не. Вот он ломает, знаешь, сейчас здесь ебнет меня какая-то фура. Ты, блядь, понял, что за хуйня? Пацаны, вы тут? Охуеть, 61, брат. Если ты выйдешь, что будет? 5,5, да? Не, ну 5,9. 5,8, да, будет? Короче, так расценивай. Оу, лайт, ебать, ебашит, брат. Брат, это на повседнев, а куда еще сильнее, блядь? Тебе 90 сколько ехало? 5,7? 5,7, но с тобой. Или 5,9 с тобой. Ты же тоже жирный, правда? Еще хлеб 70 килограмм вешу. Вот так сжигай нахуй. Пусть уходит. Хорошо. Переключает вообще пиздец, да-да.
мобильный, брат, все. Все? Нормально, да. Сколько сейчас было? То же самое. Нет, сейчас, не, брат, смесь, не смесь. Там столько же спирта, сколько нужно разбавить с бензом. Там нужны правильные. Да, о чем спор, брат? Ну, пацаны спорят. А 0,100 было? Да 0,100 смысл мерить, пацаны, это глупо. Хочешь попробуем? Ну так ради интереса, бля, ну если ты хочешь, ну, бля, это вообще бессмысленная хуйня, наверное. Шмай, я хочешь в багажнике лягу? Чтоб зацепил. А хорошо, он был назад посел, вообще шикарно. Куда уже наглеешь ты? Чувак, наглость моя вторая. Поехали, иштолла! Я думаю, брат, поедет 3, если зацепится. Ну я ставлю ставку, что она поедет где-то, блядь. Как думаешь, сколько? До 3, не брат, больше. Пусть 2 бара, знаешь? Не больше 3. Нихуя. Да. До 3, не больше. Может прогреть? Брат, how you? Но у тебя после того, как она зацепится, на заднюю тягу будет, так что давай. А, вы здесь целы замеряли, прямо вот здесь, на этом месте. Давай. Это питки. Она остынет, мне кажется. Брат. Яля хабиби, яля бехля. Смотри, вторая, будь аккуратен. Вась, это кто такие? Чё за ебанутые? Ты видел, что он сделал? Ема, 3/4. Ебать, брат, у меня аж в горле пересохло. Бля, мы как будто в Ассата Корсе, понял? Ема, 3/4 был номер, и что? Ебать, я охуел. Ты просто с двух педалей по автобану ебашь. Ебаш на 200, ебаш, ебаш. Зацепилась, брат. Ах, ёбана в рот. Ебать, хорошо. Сколько там, 100? Сейчас скажу, 100-200 так же. 0-100-3-3. 3-3, но она чуть-чуть букс дала. Не чуть-чуть, она до второй букс дала. Ну ещё раз. Да, руль не чальчуй. Маля, боюсь. Вась, ебать, они как въебали, брат. Педали типа ебашит по трассе. Прикинь. Ема 3/4 были, номера точно помню. Ебанутый, Вась. Ни хрена. А, я знаю его, брат. Ема 3/4? Да, М4 я было. Знаю его, брат. Он в этом был. В Кусе хавал, когда я тоже там был вчера. Ну, он хорошо ездит, брат. Ебанутый, Вась. У него такого же цвета машина, правда, как у меня? Ба. Только не М4, как. Фриз энд Блэк у него? Да. Бля, может, короче, пацанам чай. Короче, пацаны, я... Знаете, почему я в 10 купил, а не М4 или М3? Короче, я Кулина на себе взял. Поехали, его тоже замерим. Давай, он там сейчас? Кулина? Да. Да, раб, сейчас водителю скажу, пусть приедет. О, давление въебало, ты не смогу.